Всем привет, всем добрый вечер. Прошел день, наступил вечер. У меня обзор работ на эту неделю. На этой неделе я вязала вот такие носочки с овечьей шерсти. Очень теплые. Добавляла ниточку ирис. Пяточку закрывала на 4. Связала серые носочки. Вот такую одну пару. Связала из овечьей шерсти вот такие. Удобные тапочки-следочки. Окантовочка белого цвета, вот такая пяточка у меня. И закрывал тоже на 4. На 4 спицы у меня закрытие. И связала еще красные носочки, белая полосочка, красная полосочка. Сюда добавил ниточку ирис красного. Закрыл тоже на 4 мои носочки. Кроме вязания, у меня есть еще одно хобби. Я шью тапочки чуни. Вот такие вот тапочки чуни сшила на этой неделе. Вот. Сшила вот такие чуни-сапожки. Вот так вот, вот они выглядят. И вот из старой дубленки сшила себе чуни. Вот такие вот чуни, подошву обшила ниточка ирис. Здесь у меня тоже обшита ниточка ирис. И внутри вот натуральная овчина. Вот такие вот изделия у меня получились. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. Поддержите мой канал комментарием. До скорой встречи в новом видео.